из грабителей засел в доках. Отлично. Арестуешь его? А, подожди, я проверю свой ежедневник. Как только схватишь его, позвони. Простите, у меня тут ЧП. Ну, класс. И как мне туда попасть? О, эй, полисмен, вы меня не выучите? Мне нужно открыть эти ворота. С удовольствием. Отлично. За мной. Простите, у меня тут ЧП. Преступники уходят. Ой. Я вас не заметил! А, со всеми бывает. Залезайте на ящики, и я их подниму. Наверху дверь, вам нее. И не говорите бригадиру про нашу затею. Это нарушение правил безопасности. Эй, спасибо, дружище. Она украла его, прямо из рук. Простите, вы не подскажете, как попасть на этот корабль? Конечно.
Сейчас свистну, и Ларри подбросит тебя с помощью своего крана. Спасибо. На здоровье, но сначала я должен перекусить. Окей. Что мне не светит? Потому что эта паршивая чайка стащила мой бутер. Пойду и разыщу его. Ты сразу узнаешь мой бутер. Он примерно размером с бутер. Если найдешь бутер с огурцом, это точно не мой. Если найдешь бутер с колбасой и вареньем, это мой. Сюда, бутерброд, крысёныш крылатый! Выглядит не он. Ларри, подбрось парня на корабль! Не вопрос, шеф! Оба-на! Полицейский! Не просто полицейский, я сегодня на задании! Стоять! Полиция! Тебя меня ни за что не поймать! Стоять! Или я буду вынужден бежать за тобой дальше! Не с места! Ну, ты поймал этих клоунов? Да, шеф. Тогда займись пробкой на мосту Оберн-Бэй. Эти новички заварили там такую кашу, что даже тебе ее не испортить. Чейз, классно сработано! Хорошо, что мы арестовали клоунов, которые грабанули банк, иначе репортеры устроили бы настоящий цирк. Настоящий цирк. Потому что они все вырядились, как клоуны. Как в цирке. Цирковые клоуны. Ты меня слышишь вообще? Преступники уходят. Ой! Эй! Виноват. Простите.
Вы же умеете водить! Помогите мне! Без паники! Вы налево и вперед! Вы назад и направо! Вы налево, затем направо и чуток налево! Вы продолжайте в том же духе! То, что надо! Ваша машина. Наталья! Тебе моей жизни мало было. Решил еще и мою тачку угробить. А ты совсем не изменилась. Не заговаривай мне зубы. Из-за тебя мне пришлось полностью изменить внешность. Я даже перекрасилась. А разве ты не была блондинкой? Ты... Поеду попрощаюсь с папой и больше в Лего-Сити ни ногой. Мы еще увидимся. Нет! Чейз, что там с этой пробкой на дороге? О, просто один водитель съехал с катушек. Я все уладил. Ясно. Но мне понадобится новая машина, и я свою потерял. Вообще-то, она даже не совсем моя была. Забудь. Фрэнк за неделю по две теряет. Рядом закусочной к северу от тебя раньше была полицейская точка вызова транспорта. Вроде бы ее снесли. И мне нужно ее заново построить. А ты сообразительный, Чейз. Здравствуйте. Говорят, тут раньше точка вызова транспорта была, это так? Нашел о чем спросить. Взгляни на мои бензоколонки. Разлетелись вдребезги. Нет бензоколонок, нет клиентов. Хотя наш знаменитый пирог с маринованными яйцами отпугнет даже тех, кому нужно заправиться. Если починишь, отблагодарю как следует. Работает. Закусочная спасена. Чем тебя отблагодарить? Мороженым? Сосиской? Мороженой сосиской? Последний вариант почему-то никому не нравится. О, знаю. Ты можешь взять этот суперблок. Он пригодится тебе для строительства точки вызова транспорта. Думаю, где-то тут еще один суперблок завалялся. Вот это клево! Чейз,
совершается очередное преступление. Грабители забаррикадировались на крыше Лего Сити ТВ, и нашим до них не добраться. А чем я-то могу помочь? Крыльев у меня нет. Да, но мой дядя Дюк работает шерифом заповедника Колокольчикова. И у него осталась пара старых служебных кашкометов. Забираться на здание с ними легче легкого. И падать тоже. Поэтому мы и перестали их использовать, так ведь? Ну, если ты не хочешь... О, хочу, хочу! Отлично! Я передам дяде, что ты едешь. Упс, простите.